Weber Films и Revitin Entertainment представляют. В жизни я принял несколько неверных решений. Дэвид Беннер. Меня зовут Димитриус. Но друзья называют Дигги. Ромео Миллер. Если бы вчера вы спросили, когда я умру... А это за моего племянника. Робин Гивенс. Нет! Я бы сказал, что буду жить вечно и еще день. Столько возможностей. Столько новых мест. Уходим! Дигги! Вставай! Я так и не сказал брату. Не иди моим путем. Прости, что не спас тебя, мама. Я никогда не занимался любовью. При участии Джеймса Фьюртина, Фиа Закарди Кортеза, пастора Шерил Брэди, Джекин Карр и Джей Мосс. Что бы я ни делал, за всю жизнь я не услышал ни слова от отца. Главное – услышать. За 6 недель до этого. Сценарий Тамеры Хилл. Как ты, бро? Нормас. Ладно, пацаны, давай. Есть? Да. Она вчера отказалась. Это фигово. У тебя аллергия на пчел? Ты же знаешь, чувак. Соль, вода, пчел. Они прямо на тебе, убегай! Убегай, чувак! Ты просто придурок! После всех происшествий на улицах ты до сих пор боишься пчел? Они смертельно опасные. У меня оттекает все лицо. Чего ты угораешь? Ты реагируешь, как и в детстве. Кельвин дома, я пойду. Хорошо. Рад был повидаться, бро. И я. Не ходи домой, Бритни. Тогда зайду к Джессике. Кэл! Кэл! Ты дома? Мам! 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 Мам, где Кельвин? Не знаю, родной. Может, на занятиях. Он ничего не сказал? Мам, я же просил смотреть за ним, пока меня нет. Ты принес мне еще? Дик, ты принес мне еще? Парень, я с тобой разговариваю. Да, мам. Принес немного. Держи. Ты хорошо заботишься о своей маме. Чего ты пришел? Только что от Дигги. Да, я видела. Я тебе уже говорила, как и твоему отцу. Все приносит плоды. Если посеешь неприятности, получишь неприятности.
Нет, я... Джейлен, ты хочешь закончить, как и твой отец? Ты должен вести себя правильно. Дитя, всего одна мысль может изменить твою жизнь в хорошую или плохую сторону. За это я тебя и люблю. Да ну тебя! Ты постоянно контролируешь меня и проповедуешь. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Если ты поступишь правильно, я тебя перестану проповедовать. Ты все для меня. Ладно, родной, мне пора в церковь. Мне идти с тобой? Нет, не нужно. Веди себя хорошо, я за тобой слежу. Хорошо. Звонок за счет абонента Аарон Дэвис, заключенного в тюрьме Сан-Бернандино. Если вы хотите принять вызов... Да. Если вы хотите принять вызов... Да-да. Да-да-да. Да-да-да. Если вы хотите принять вызов... Да, принимаю. Разговор будет записан. Что тебе, Аарон? Нельзя позвонить, спросить, как дела? Если ты звонишь, обычно тебе что-то нужно. Я стараюсь. Я... Так. Хватит. Брось, Шалло, ты же... Зачем ты звонишь? А что мне еще сделать? Не нужно ничего для меня делать. Но повторяю, вытащи своего сына с улицы, пока его не убили или не посадили. Но я в тюрьме, здесь я никак не могу помочь. Аарон, на улицах становится все опаснее. И он не знает, что я знаю. Аарон, он продает наркотики, как и его отец. Я смогу все изменить, как выйду. Я обещаю, но никто меня не слушает. Если я выйду, мне будет куда прийти? Нет. Нет, нет. Ты, может, нужен ему, но не мне. Тогда передавай моему мужику привет. Привет, мама. Все нормально? Да. И долго ты там стоял? Достаточно долго. Слезы — это нормально. Верно? Девушка, пройдемте в мой офис. Давай, пойдем поговорим. Как жизнь, чувак? Как ты? Я соскучился за эти пару дней. Я мяч гонял. Надеюсь, что так. Иди в свою комнату, я тебе кое-что принес. Ты принес мне форму. Все для тебя, чувак. Спасибо, Дигги. Да, пожалуйста. А теперь за домашку. Ладно. И чтоб вовремя возвращался. Ладно. Давай. Господи. Я знаю, ты видишь Джейлена. И я прошу, чтобы ты вмешался. Я прошу, Боже, чтобы ты вмешался. Сделай все, что придется сделать, Господь, чтобы он ушел с улиц. Я верю тебе, Господь. А дьявол, тебя я предупреждаю.
Отпусти его. Он Божий сосуд. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Я люблю тебя, ясно? Я с тобой. Я видел бабушку сегодня по дороге домой. Она пытается заставить меня читать Библию и всякое такое. Джейлен, ты ее единственный внук. Чего еще ожидать? Да, она настоящий детектив. Можно вопрос? Чего ты не говоришь, что любишь меня? Джейлен. Джейлен, ты же знаешь, что я люблю тебя, хоть и не всегда говорю. Так что прекращай. Прекращать что? Прекращай всю эту сентиментальность. Прощение не касается кого-то другого. Прощение — это подарок самому себе. Тебе нужно простить, потому что если не отпустишь то, что причиняет боль, оно всегда будет тебя сковывать. Ты слишком силен, чтобы страдать. Только слабые держатся за непрощение. У Бога есть план для твоей жизни. Если ты не отпустишь, то он не исполнится. Библия говорит, что Бога увидят только чистые сердцем. Поэтому нужно выпустить все из себя, несмотря ни на что. Это нужно сделать ради себя и своего будущего, для своих детей и детей детей. Откажись и отпусти сегодня. Привет, родной. Мама. Как дела? Держусь. А ты как? Мое дело не хотят рассматривать. А я не делал того, в чем меня обвиняют. Не делал. Может и так, но я верю, что Бог совсем разберется. Рассказывай про это кому-нибудь другому. Послушай, Аарон, ты вырос в церкви, и ты знаешь, что делать. Тебе нужно покаяться в том, что ты сделал. И повернуться к ним. Я сожалею обо всем, что сделал тебе, правда. Я не должен быть здесь. Ты именно там, где должен быть, чтобы услышать Бога. Снаружи ты отвлекаешься. От своей задачи, от того, чтобы быть отцом для своего сына. Если ты просишь о чем-то в молитве, ты получишь это, если веришь. Возвращаемся в камеры. Время вышло, заключенные на выход. Я пойду. Заключенные, на выход! Я тебя люблю. Я тебя тоже. Иди.
Федеральный судья Калифорнии отказал. В ноябре 2005-го Аарону Дэвису был вынесен приговор. Приговор за двойное убийство. Лидер группировки. Лидер группировки, известная как Поезда. Поезда. Продолжает утверждать о невиновности. Несмотря на то, что обвинение имеет неопровержимые доказательства. Дэвис был арестован на месте преступления. Через пару минут после убийства Дэвиса арестовали и дали пожизненное. Из-за постоянного разбоя в тюрьме Дэвиса держат в изоляции. Уже несколько недель или месяцев. Привет, Дэвис. Твоя женщина тебя не ждет. Ты всегда расстраиваешься, но и я тоже, потому что повторяю тебе одно и то же. Знаю, мам. Снова и снова. Тебе нужны только девочки и улица. Только этого ты хочешь. Это разве жизнь? Думаешь, мне нравится читать лекции? Нет, я хочу объяснить тебе, что правильно. Давай, подожди пару минут. Я тут постою, ладно? Ладно, хорошо. Здравствуйте, чем вам помочь? Здравствуйте, я к мисс Дэвис. Можно ваше имя? Шала Дэвис. Вам пришла Шала Дэвис. Хорошо, она придет за вами. Спасибо. Давай. Давай. Вот так. Дыши, 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 расслабься. Я могу сыграть. И много ты слышал? Можно? Конечно. Я не музыкант, конечно, но сыграю, как умею. Посмотрим. Какие аккорды? Повторяй первую строку, которую пела. Бог есть любовь. Просто повторяй, может, чуть быстрее. Хорошо. God is love. God is love. God is love. God is love. I can feel them all around us. Ух ты. У тебя талант. Это просто мощь. Спасибо. Ты написала уже куплет? Да, написала. Песня получится красивая. Спасибо. Мне не очень нравится стиль госпел, но я ценю такие песни. Я, кстати, Джейлин. Пэрис, очень приятно. И мне. А госпел — лучшая музыка в мире. Значит, ты не слушала рэп? Да, так и есть. Ты рэпер? По твоему пению я бы не сказала. Вообще-то, нет. Просто люблю слушать такое. Классно. Я прихожу сюда каждый день, но никогда тебя не видела. У меня здесь бабушка работает. У мамы не завелась машина, поэтому нам нужна ее. Вот я и пришел. Немного перебор с информацией. Я не против. Кажется, я нашел неплохой повод приходить сюда почаще. Кто твоя бабушка? Камила Дэвис. Она мой музыкальный преподаватель. Да ладно? Да, она лучшая. Она крутая, да? Да. Можно я заберу гитару? Оу, прости. Спасибо. Мой папа тоже здесь работает. Поэтому, когда он здесь занят, я прихожу к ней на занятия. Или просто сижу и жду. А почему не идешь домой? Когда мне было 12, мама умерла. Поэтому некому идти домой. Мне очень жаль.
Как ты держишься? Справляюсь. Не понимаю, почему люди постоянно так пугаются и начинают сочувствовать, когда я говорю про смерть мамы. Может, потому что так нужно. Это же мама. Даже не представляю. Мама — это все. Да. Она была очень хорошей. Я скучаю по ней. Но знаешь, папы тоже важны. Я не могу сказать. Я не знаю отца. Знаете что? Мне нужно бежать. Мне жаль. Увидимся завтра в 3, да? Да. До завтра. Спасибо, мистер Монти. Кстати, об отцах. Привет, пап. А это кто? Привет, папа, как ты? Привет, малышка, прости. Встреча затянулась. Папа, ты так говоришь каждый день. Как в школе? Хорошо, все по-старому. Сегодня сдала тест по математике. Здрасте. Ой, простите за грубость. Папа, это мой друг. Как поживаете? Я Джейлин, бро. Можешь называть меня Монти. У тебя, кажется, неполадки с гардеробом, сынок. Со штанами. Да вроде нет. Нет, нет, сзади. Вот тут. Эй, чувак, все на виду. Отстаньте. Уберите руки от моего сына. Давай, Джейлин, пойдем. Давай, идем. Что я говорил про таких болванов? Ты серьезно, пап? Привет, Дигги! Тони, я тебе весь день звонил! Да, виноват, телефон на беззвучном был. Я в школе был, там нужно отключать. Зачем тогда брать его с собой? Для безопасности. Слышь, чувак, где мои деньги? У меня их нет. Где Тара? У нее все хорошо? Моя мама тут ни при чем. Что ты сказал? Они у меня. Я отдам, бро. Сейчас просто не с собой. Отдам. Завтра. Обещаю. Я все верну. Подойди, Дигги. Ну, подойди! Слушай, ты мне нравишься. Правда. Но если ты не принесешь завтра деньги... Крышка. Ты понял? Да, чувак. До завтра, понял? Погнали, Дред. И трубку поднимай. Дорогой Господь, помоги им, выведи его, освободи от всех оков, мысленных, духовных и физических. Я молюсь с верой, что ты откроешь все тайное, что пытался скрыть враг. Привет, Дэвис. Ты здесь пожизненно, чувак. Не забывай. Ты потерпел поражение, потому что теперь твой сын живет, как и ты, но без отца. Что ты сказала? Что мне сказала? Я поняла. Я в тупике. Джейлин, уходи! Чувак, уходим! Ты вырос в церкви. Ты знаешь, что делать. Ты меня опозорил, папа. Что? Я просто зашел проверить, как у тебя дела. Я весь день тебя ждала. И как только заговорила с Джейлином, ты обратил внимание? Нет. Малышка, ты же знаешь, я иногда занят. Милая, ты же знаешь, ты моя жизнь. Вся моя жизнь, и без тебя мне ничего не нужно. Что такое? Родная, что случилось? Пэрис, ты скучаешь по маме?
Вот что. Я начну забирать тебя из школы, хорошо? Мне придется поработать над расписанием и сделать его более гибким, но я постараюсь. Да неважно, папа. Родная, что ты хочешь? Я хочу папу. Но я с тобой. И сколько? Час с утра до школы? Полчаса по дороге домой? Ты все выходные проводишь на своих глупых выходных конференциях и подписях книги. Ну да, по субботам мы обедаем у бабушки. Но в воскресенье ты уже занят своим футболом и баскетболом. И в понедельник все начинается по новой. Мне надоело делить тебя со всеми. Я буду с тобой. Обещаю, хорошо? Только дай папе кое с чем разобраться. Ты говорил это в прошлый раз и в позапрошлый. Сейчас я немного занят. Пошли! Папа готовится к занятию. Опять? Да, понимаю, милая. Серьезно? Знаю, знаю. Я пойду. Что? Вызову машину. Машину посреди... Неважно. Алло. Алло. Она кинула трубку. В первую очередь, я бы хотел поблагодарить всех, что согласились участвовать в программе. Я бы хотел рассказать вам о том, как стать хорошими отцами. Я дам вам информацию, которая поможет вам быть хорошими отцами. Я поговорил с начальником тюрьмы, и он разрешил участвовать также вашим детям и матерям ваших детей. Я уже знаю, что мои не придут. Я здесь из-за нее. А можно будет устроить брачные визиты? После окончания программы вы будете рады, что пришли и изменились в лучшую сторону. Программа поможет вам стать честными самим с собой. А как же вы? Вы честно смотрите на себя? А вы, наверное, Аарон Дэвис, да? Да, так меня зовут. Но вы мне не ответили. Вы искренни. Понимаете, Аарон, речь сейчас не обо мне. Это не я сижу за этим столом. Да, но вы хотите узнать наши истории. Каждый из вас должен смотреть на соседа и говорить ему правду. Потому что мы все часть друг друга. Что ты сказал? Спасибо, спасибо, брат. Давайте успокоимся, успокойтесь, друзья. Меня зовут Рэнди. И я говорю то, что должен. Значит, ты знаешь пару мест из Библии, что такого? Чем-то особенный. Так вы знаете Библию? Ответьте на мой вопрос, и я отвечу на ваш. Хорошо, Аарон, я отвечу. Я отвечу честно. Урок начинается, парни. Спасибо, Аарон. Начнем сначала. Меня зовут Монти, и я из Чикаго. Заткнись! Эй, эй, опусти руки, пока я тебе их не переломал. Нет, нет, не здесь. Это первое и последнее предупреждение. Господа. О,
Итак, я переехал в Чикаго в 1992 году, чтобы преподавать в университете. Я 10 лет преподавал психологию, изредка и сейчас могу. Чувак, а когда ты находишь время для своей дочери? А это... это совсем не твое дело. Чтобы ты знал, я провожу с ней много времени. И когда последний раз ты водил свою принцессу погулять? Уверен, ты даже не думал о том, что я мог быть невиновен. Этот засранец вмазал ему и притворяется невиновным. И полиция знает об этом. Они знают. Они ничего не будут делать. И он тоже. Стоит на этом подиуме и судит нас. Прикидывается хорошим отцом. Между нами с тобой нет никакой разницы, напарник. Все, кто приходит, постоянно врут нам. Нам надоело слушать это вранье. Мы будем молчать, пока ты не станешь честен с нами. Я был не очень хорошим отцом. Я проводил с дочкой мало времени. Я знаю, что ей это нужно, но не могу дать. Я вижу, как ей больно, но игнорирую это. В дочке я вижу свою последнюю жену, Эрику, и понимаю, как сильно я скучаю по ней. Она умерла, когда дочке было 12. Чем старше, тем больше она похожа на мать. Улыбкой, смехом, глазами. Она постоянно напоминает мне, что Эрика ушла навсегда. По правде говоря, я не справился со смертью своей жены. И это правда. Спасибо. Спасибо, парни. Чего ты здесь сидишь? О, привет. Провожу время сама с собой. Это мое любимое место для чтения и отдыха. Уже темнеет. Наверное, тебе лучше вернуться в церковь. Можно проводить? При одном условии. И каком? Сначала поговори со мной. Я не в силах сопротивляться, поэтому присяду. И как прошел твой день? Никто не спрашивает у меня об этом. Это приятно.
Правда? Да. Тогда обещаю спрашивать, как твой день каждый раз, когда увижу тебя. Значит ли это, что мы будем встречаться чаще? Зависит от многого. Например? Если бы мы встречались иногда после школы, я бы могла рассказать, как мой день, и узнать, как твой. Мне нравится. Я буду рад. Ты не такая, как цыпочки, с которыми я зависаю. Прости. Само вырвалось. Цыпочки несут яйца, Джейлен. Неужели нельзя назвать девушек другим словом? Значит, такой ты и меня считаешь, цыпой? И кто сказал, что мы с тобой зависаем? Я не в этом смысле говорю. Ты только этого и хочешь? Да шучу. Да ладно. У меня чуть приступ не случился. Я заметила. О боже. Ты прикольная. Мне это нравится. Тебе есть что-то глубокое. Пойдем. Нужно возвращаться в здание. Чтобы ты знал, ты не один. Я тоже так себя чувствую, потому что отца нет рядом. Правда? Я думал, что твой отец все для тебя. Он живет со мной, обеспечивает меня, но его нет рядом. В этом-то и разница. Знаешь, я думал, что твой папа постоянно берет тебя на длинные вечерние прогулки, на свидания, ходите вместе по салонам. Я бы хотела. Даже не помню, когда последний раз ходили с ним куда-то. Ты пробовала с ним поговорить? Нет, я виню себя, что забираю его у людей, которым он нужен. Ты хотя бы можешь его увидеть. У меня никогда не было такой привилегии. Знаешь, мама пыталась вести меня с моими дядями или близкими ее друзьями, но ни разу это не сработало. Почему? Моя мама. Только одна ее попытка сработала. Большинство ее приятелей просто хотели с ней переспать. Кроме одного. Что случилось? Если не хочешь, можешь не говорить, Джейлен. Нет, все нормально. Тот один сказал, что хочет взять меня в поход. Он сказал маме, что будет моим старшим братом. Отвел меня на озеро, неизвестно где. Джейлен. Не бойся, мне ты можешь рассказать. Он отвел меня на озеро. Непонятно где. Снял одежду. И подозвал меня к себе. У меня было плохое предчувствие. Но он заверял, что все хорошо. Тогда я не умел плавать. Он сказал, что научит меня. Я подумал, круто, прямо как брат. Как только я залез в воду, он начал меня трогать. Мне показалось, что что-то не так, и я вылез. Я весь мокрый начал одеваться. Он начал кричать: «Вернись в озеро, а то я тебя здесь оставлю».
Я не знал, что делать, поэтому я убежал в лес. Я шел, шел и шел, пока не стемнело. Тогда я смотрел много ужастиков про то, что бывает в лесу по ночам. Мне было страшно, но, к счастью, я услышал, как девушки разбивают лагерь. Они отвели меня домой. Джилин, я так сочувствую, что тебе пришлось пережить такое. Ты, наверное, был храбрым. Сколько тебе было? 8 лет. Знаешь, я не могу избавиться от мысли, что будь у меня отец, все было бы иначе. Я не рассказывал никому про это. Ты первая и последняя, хорошо? Надеюсь, ты знаешь, что со мной безопасно. Знаю, Пэрис. Знаешь, как говорят, что у Бога есть план для нас? Что-то мне подсказывает, что у Бога есть план для нас с тобой. Он свел нас, помог понять своих отцов и простить их. Ты правда так думаешь? Да. Моя гитара, гитара, гитара! Блин! Девочка, почему ты еще здесь? Sorry. Простите, я жду папу. Привет, Пэрис. Привет. Как дела? Ходить одной небезопасно. Знаю, но я была не одна. И с кем ты была? И мистер Монти его знает? Да, они уже знакомы. Но знает ли он, что ты гуляешь с ним по ночам? Все не так, мисс Дэвис. Вообще-то это ваш внук. Кто? Джейлен. О, господи боже. Нужно об этом помолиться. Что, мисс... Девочки! Скажи, ты не говорила, что у тебя парень? Выручите. И как им тебя выручить? Я ничего не знаю, мисс Дэвис. Простите, мисс Дэвис, я тоже не знала. Вы худшие подруги. Зашла, блин, за гитарой. Вот что. Пройдемся еще раз по этой песне. У нас 10 минут. Пэрис, присоединяйся. Хорошо. Хорошо, начинаем. Раз, два, три. The sound that saved a wretch like me. Отче наш, иже еси на небесах. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое. Вы должны понять, что когда Бог создавал вас, Он задумывал вас великими. Величие в вашем ДНК. Да, в вашем прошлом случалось что-то, и это что-то было вам не подвластно. Не позволяйте вашему прошлому победить вас. Несмотря на вашу слабость, вы должны выбирать для себя победу, а не поражение. Несмотря на то, через что вы прошли, вы себя должны победить и сказать: «Да, я смог. Я выиграю. Я чемпион». Я знаю, что дьявол сказал вам, что вы никогда не сможете это сделать. Дьявол лжец. Когда люди говорят вам: «Ты не можешь», отвечайте: «Нет, могу». Когда дьявол говорит: «Ты не можешь», отвечай: «Я могу». Я могу.
Борьба не остановит меня. Я могу. Теперь, если вы выбираете победу, хлопайте в ладоши и вознесите Богу молитву. Да придет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси. Вы позвонили в офис адвоката Джексона. Пожалуйста, оставьте сообщение. Слушай, Мэнл, ты, наверное, думаешь, что я сошел с ума, но прошлой ночью у меня было видение. Бог звал меня. Просто приди ко мне попозже в тюрьму. Это политическое дело, Монти. Застрелили ребенка и пожилую женщину. Люди хотят, чтобы кто-то за это заплатил. Ты уверен, что он невиновен? Да. Да, уверен. Этот мужчина может быть кем угодно. Но я уверяю, он точно не лжец. Ты бы видел, как эти люди уважают его. Он главарь группировки, Монти. Я знаю об изнанке его жизни. А что, если эта сила, эти лидерские качества могли быть использованы во благо? Я думаю, попытка того стоит. Лучше бы ты оказался прав, Монти. Эй! Что это значит? Кто он? Мануэл Джексон. Я защитник. И хороший друг Монти. Он дал мне документы по делу. Должен заметить, я нашел серьезные несоответствия, которые не учли. Я слушаю, продолжай. То, о чем он говорит, он собирается изучить твое дело, предоставить новые доказательства и, возможно, снять обвинение. Я не уверен на 100%, что смогу вытащить тебя отсюда. Но я правда верю, что есть высокая вероятность того, что смогу. Не играйте со мной. Я должен задать только один вопрос. Ты ограбил тот круглосуточный магазин и убил ту маленькую девочку вместе с кассиршей. Я не грабил этот магазин и не убивал их. Значит, ты на 100% невиновен. Я на 100% невиновен, сэр. Я не люблю выставлять себя дураком в суде. Я забочусь о своей репутации. Если я узнаю, что ты мне врешь, думаешь, что это ад? То я поддам жару. Понятно? Понятно, сэр. Тогда хорошо. Сэр, вы только что нашли себе защитника. У меня нет денег, чтобы заплатить. Брат, я не прошу у тебя денег. Спасибо. Вам обоим. Решающий бросок. Я выиграл, крошка, давай. Ладно. Эй, Эо, Джей. Что нового? Чё, как ты? Что случилось ночью, бро? О, чувак, Аарон позвонил домой и сказал матери, что может выйти. Просто размышлял. Размышлял? Размышлял о чем, друг? Бро, почему ты постоянно заводишься, когда я упоминаю Аарона? Потому что он лжец, чувак. Они все одинаковые. Говорят, что станут лучше, когда выйдут. Я помню, как мой донор спермы вышел.
Да. Я даже не слышал, как мой отец говорит. Мир жесток, чувак. Бросай уже. Привет, прости за опоздание. Спасибо за встречу. Именно это доказательство нам нужно. Я не понимаю. Полиция уже сверяла этот отпечаток с обувью Аарона. Они сверяли рисунок, а не размер. Кто бы ни был там той ночью, посмотри ближе. Он носил 41 размер, а Аарон носит 44. Взгляни на это. Что за Крейг Мэттисон? Крейга Мэттисона взяли 4 дня спустя после Аарона за кражу со взломом. Любопытный факт, они оба носят обувь одной фирмы. Но угадай, какой у него размер. Думаю, вчера ты был прав насчет Аарона. Давай вытащим его. Чувак, я прождал на автовокзале 4 часа. И это чмо так и не появилось. И я просто забил. До сих пор не знаю, где этот чел. Эй, мужик, отдашь? Может, это наш мяч. Кто такие, друг? Не знаю, какие-то старшаки. Я тут услышал твой разговор с твоим друганом. Оу, и чё? Я был такой же, как ты. Мужик, ты не знаешь меня. Злился на батю за то, что бросил мамку. Ненавидел его. Ненавидел. Пока однажды... Пока он не позвонил мне, умирая в больнице. Позвонил мне. Это что-то задело во мне, и я не позволил ему просто умереть и сгореть в аду. У меня были вопросы. Если вкратце, знаешь, что он мне сказал? Он сказал, что не знал, как быть отцом, если у него никогда не было отца. Это ментальная установка, парень, установка. И в тот момент я решил, я сказал, что разрушу это родовое проклятие. Я отец, мужик. 4 ребенка, и я наслаждаюсь каждой минутой взросления этих маленьких детей, которые растут прямо у меня на глазах. Я не знаю тебя, но ты должен простить своего старика, эй, потому что однажды ты сам станешь отцом. Начни с себя, парень. Люди всегда пытаются учить других. Это же было мудро. Начни слушать, друг. Я не слушал его. Знаешь, я все равно закончу, как мой батя Джей. Он продавал наркоту, я продаю наркоту. Ничего схожего. Он знаменитый наркоторговец, а мы просто толкаем траву. Верно же? Нет. Мамка не работает сейчас. Мне нужно было бабло, и я взял небольшую подработку. Дигги, мы же говорили, что не увязнем в этом, помнишь? Это срок, чувак. Я знаю. Тогда дай слово. Бро, это временно. Пока не поставлю мать на ноги. Еще несколько недель, бро, и все. Я обещаю, Джей. Сегодня мы ведем репортаж судебного процесса знаменитого дела Аарона Дэвиса. Только что объявили, что все обвинения в убийстве были сняты. На данный момент он вне подозрений. Спасибо, Синди. Аарон Дэвис, бывший главарь банды, обвиненный в убийстве Шанны Гарфилд, был освобожден после нескольких лет заключения. Прошение подал Мануэл Джексон в качестве государственного правозащитника, после чего главные доказательства перепроверил суд. Он сразу подал ходатайство об освобождении Дэвиса. И следующий вопрос, который задают власти, как такое произошло и сколько бы еще сидел Дэвис за счет государства за ложное обвинение. Привет. Привет. Добро пожаловать домой. Мама, я хочу есть. Я приготовила все, что ты любишь, ты же знаешь. Идем, милый. Бери это. О, дорогой. Было очень вкусно. Будет еще больше, когда приготовится. Я тут кое-что приберегла для тебя.
И что мне с ним делать? Уверена, ты что-нибудь придумаешь. Возьми это. Спасибо. Пожалуйста. Если вы до сих пор верите, пойте. Давай, Шон, жги. Нуждай меня стрелять, пацан! Нет. Дай угадаю. У тебя нет моих денег, да? Я собирался отдать. Отдать? Да. Тогда почему побежал? Я не бежал. Не ври мне. Я не вру, мужик. Не врешь, да? Нет. На колени, пацан. Что? На колени. На колени! Не делай этого, чувак. Слушай, я спрошу последний раз, пацан. Где мои деньги? Хорошо, мужик, хорошо. Пожалуйста. У меня их нет. Моя мать их украла, она больная. Я не знал, что делать, но обещаю, я отработаю. Мне нужно еще немного времени. Еще немного. Я отработаю. Я достану их, бро. Обещаю, чувак. Что ты будешь делать? Все. Все, что скажешь, чувак, я сделаю. Все. Слушай, что ты будешь делать? Есть мужик, который отсидел всего несколько лет за убийство моей племянницы. Я хочу, чтобы ты убил его сына за нас. Кто это? Аарон Дэвис. У него есть сын, зовут Джей. Что? Джей? Он мой лучший друг, я не могу. Мне пофигу, что он твой лучший друг. Или ты убиваешь его, или нет? Если нет, тогда твоя мамка-наркоманка. Твой мелкий братишка. Они словят пульс. Принеси мои деньги. И лучше убей этого пацана. Иди, модник. Я не играю с тобой, пацан. Я открою, мам. Джейлен. Ты уже совсем взрослый. Стал мужчиной. Как вы с мамой? Хорошо. Все хорошо. Рад слышать. Зайдешь? Ты не
против? Нет, заходи. Садись. Джейлен, я слышал, что ты много ходишь в общественный центр. Знаешь ли ты, но я сейчас там работаю. И к чему это? Этого пока мало, но я хотя бы могу подняться со дна. И надеюсь видеть тебя теперь. Круто. Хочешь выпить? Нет, все нормально. Слушай, Джейлен, твоя мама дома, а ты играешь в эти улицы. Ага, она также говорит. Ты мой сын. Я не хочу, чтобы ты совершал те же ошибки, что и я, а я их много наделал. Мы с одного района, поэтому мы хотим быть уверены, что удержим всех. Нет, я избавился от него. Хорошо. Я горжусь тобой, сын. Хотя бы теперь меньше волноваться. Мам, все хорошо? Что ты делаешь в моем доме, Аарон? Ма, все в порядке? Нет. Аарон, ты должен уйти. Слушай, я не собираюсь оставаться здесь. Я пришел сюда, чтобы сказать вам, что я сейчас прохожу специальную программу в общественном центре. И я надеялся, что вы с Джейленом сможете зайти до того, как я закончу. Она называется «Стань лучшим отцом». Скорее всего, нет. Я просто оставлю это здесь. Но я не сдамся. Стой, стой! Зачем ты это сделала, мама? Джейлен, ты еще слишком молод, чтобы понять, что происходит. Ты повторяешь это всю мою жизнь. Но он все равно мой отец. Да. Я пока не могу с этим справиться. Не можешь справиться с чем? Почему ты его вышвырнула? Ответь мне, ма! Зачем ты это сделала? Как ты смеешь так разговаривать? Кто, по-твоему, растил тебя? Он просто зашел и сразу же отвернулся от меня. Джейлен. Без проблем. О, мистер Дэвис, я был готов поспорить, что мы больше вас не увидим. Ты соврал мне. Что происходит? Я сделал все, что ты мне сказал, и получил за это. Стоп, подожди. Давай поговорим об этом. Все, садитесь. Садитесь, пожалуйста. Я сам сделаю шаг навстречу сыну. Отлично, Аарон. Но она поступила так, как я и думал. Вел себя, будто не заслуживаю его видеть. Подожди, ты не заслуживаешь. Ты должен постараться, бро.
Ты, скорее всего, врал ей. Врал своему пацану. Что ты знаешь об этом, придурок? Ты ничего обо мне не знаешь. И ты ничего не знаешь о моей ситуации. Хотя бы знаешь, кто я такой, а? Я сейчас уйду и не собираюсь возвращаться, пока ты здесь. Вали давай, вали. Прекратите. Меня не надо держать. Я здесь. Присядь. Тебе повезло. Сядь. Аарон, а что ты сделал, чтобы что-то поменялось? Ты можешь не согласиться с тем, что он сказал, но он говорит правду. Изменение — это, наверное, самая сложная вещь в твоей жизни. Ты хочешь наладить отношения с Джейленом или нет? Хочу. Очень хочу. Неважно, сколько раз тебе нужно вернуться. Возвращайся. Делай все, чтобы видеть сына. Вот у меня проблема в том, что сын не уважает меня. Потому что я пытаюсь быть честным и поступать правильно. Что мне с этим делать? Все, что ты можешь сделать, это быть отцом своему сыну. Научи его экономить, а не занимать. Научи его уважать свою женщину. Держись этого направления, и снова заслужишь уважение. Остальное оставь Богу. Я могу так. Прости за это. Знаешь же, откуда мы и кто мы. Все хорошо, брат. Мы все ошибаемся. Наверное, поэтому мы здесь. Ты классный чувак. Спасибо. Это не что иное, как Бог. Я вспомнил, что если кто-то из вас может пойти со мной в церковь сегодня, то я больше, чем за. Я в деле, мужик. Я просто надеюсь, что Бог поможет мне разобраться со счетами, потому что теперь я не краду. Надеюсь, что церковь не сгорит. Я тоже в деле. Я приду. Когда дьявол говорит мне, что я не та... Я всегда говорю, что я та. Когда дьявол говорит мне, что я та, я всегда говорю, что я не та. Вы можете сделать все, ведь Христос дает вам силы. Вы можете сделать выбор сегодня. Неважно, как глубоко вы погрязли, вы выберетесь. Я объявляю от имени Иисуса, сегодня день освобождения. Я надеюсь, что вы уже знаете, что Бог выбрал вас. Выбрал вас, чтобы вы сделали это, пережили. Господь Бог взывает к вам. Вы должны ответить по щелчку. Может, вы должны выйти из игры? Может, должны выйти из клуба? Да. Не ошибитесь в этом. Вас избрал Бог. Вы избранные мужчины. Вы избранные женщины. Перемены — это нелегко и просто. Но давайте расскажу вам о переменах. Неважно, выбрал ли вас Бог, Он будет крутить, Он будет менять, Он изменит это. Скажет вам «ступите, вы ступите в правильном месте». Да. Аминь. Привет. Все хорошо? Что случилось? Скажи мне. Эй, где ты был? Я искал тебя. Хотел побыть один. Что с тобой, Джей? Бог пришел в вашу жизнь. Он вывел вас из тьмы к его удивительному свету. И я не знаю, с кем он говорил сегодня, но хочу, чтобы вы обозначили себя, встав с ваших мест и поднявшись к алтарю, и сказали Богу «Да». У тебя ключи к моей судьбе. Давайте. Я смею просить тебя, приди к ближайшему проходу и забери меня к Иисусу. Бог изменит вашу жизнь. Я говорю, что Бог изменит вас. Скоро Он избавит вас от всего, что против вас, и будет трудиться вместе. Вместе с вами. Я объявляю, что это изменит вас навсегда. Моя жизнь изменится сегодня. Да, детка, подними руку, позволь Богу прикоснуться. Пусть Его Дух будет в вас. Он выбрал вас ради предназначения. Спасибо за предназначение, Боже. Оно одержит победу. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что мы прошли. И это не сломило нас.
Я благодарю тебя, Боже, что ад никогда не создаст греха, который не смыть кровью. Извини, мы тут разговариваем. Чувак, убери свою девчонку. Слушай, ты переходишь границы, друг. Что? Ты выбираешь самку, а не меня, бро. Что с тобой? Мы тут не одни. Он хочет, чтобы я тебя завалил. Перрис, зайди в церковь. Джейлен, что происходит? Зайди сейчас же! Я не хочу! Давай, беги! Помолимся за его силу. Помолимся ему, потому что бремя уничтожает молитвы. Дьявол должен услышать, как вы молитесь Богу. Наркотики должны услышать, что вы молитесь Богу. Неудачи тоже должны услышать это. Мы ломаем дух неудачи в вашей жизни. Во имя Иисуса. Давай, Иисус. Если ты не исправишь, никто не исправит. Прости меня. Из-за меня тебе пришлось через многое пройти. Ты – благословение моей жизни. Прости. Я молю Бога, чтобы ты смогла простить меня. Беги, чувак, беги! Бежим, бежим, бежим! Давай, бро, давай. Дик, сюда, Дик. Что ты делаешь? Ты сейчас серьезно? Ты сошел с ума? Прости, Джей. Почему так долго? Папа, папа, Джейлен, беги, идем, быстрее, быстрее. Позови мистера Аарона, нам нужно идти. Идем, пожалуйста, быстрее. Все, что тебе нужно, взвести курок и выстрелить. Что-то случилось с Джейленом и Дигги. Они в беде, эти парни. Где они? Они убьют Джейлена. Где они? Не знаю, на улице. Иди, иди, я позвоню в полицию. 911, оператор 929. Давай. Это мой друг. Твой друг? Твой друг? Джей этого не делал. Не делал? А кто тогда сделал, Дигги? Просто дай мне знак. Что-нибудь. Пожалуйста, помоги, я не знаю, где он. Я жду. Ты готов умереть, а? Джейлен. Что происходит? Он хочет убить мою мать и младшего брата, если я это не сделаю. Слушай, я ранил многих, и я был неправ. Опусти пистолет. Не разрушай свою жизнь, пожалуйста. 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 Слушай, я даже не знаю, что происходит, но что бы там ни было, мы решим это. Если они должны денег, я могу заплатить, только не причиняй вреда моему сыну. Он не хочет денег. Есть деньги? Я могу найти их. Вы все слышали? Он может найти деньги. Мы должны гоняться за ним весь день, да? Этот человек... Эй, смотри. Это за мою племянницу. Папа, нет! Копы здесь, чувак. Идем, сворачиваемся. Уходим. Дигги. Дигги.
Давай, подними голову, давай, подними голову, дыши. Хорошо, дыши, бро. Хорошо, все будет хорошо. Мне страшно, Джей. Все хорошо, расслабься, ладно? Нам нужна помощь. Мне страшно, Джей, страшно. Не бойся, все хорошо, да? Ты выберешься, друг, хорошо? Скажи брату, что я люблю его. Я люблю тебя, друг. Прости. Я пойду в церковь, ладно? Я буду каждый день ходить в церковь, прочитаю Библию, хорошо? Я люблю тебя, чувак. Давай, нам нужна помощь, сейчас же! Останься со мной, Дигги. Останься. Давай, друг, давай. Дигги! Дигги, очнись! Нет! Дигги, очнись! Преследуем в Лос-Анджелесе подозреваемый неизвестный мужчина в красном. Извините, мэм, Димитриус Смит, ваш сын? Мама? Где Дигги? Милый. Мама, это убивает тебя. Убивает нас. Ма, я могу помочь тебе. Ты нужна нам с Кельвином. Я скучаю, потому что было раньше. Скучаю по моему другу Дигги. Надеюсь, что он в порядке. Я хотел сказать спасибо, что вернул отца в мою жизнь. И за девушку. Я думаю, что она моя девушка. И я прошу, чтобы ты продолжил делать меня лучше. Аминь. Думаю, что тогда я нашел Бога в первый раз. Отличная история. Так же, думаю, бро. Ты там пропустил. Иди отсюда. Это ты? Я собирался сказать «поцелуй мой зад». Как там ваши новые должности? Я не буду врать, все по-другому. Зарабатывать честно очень тяжело. Да это для девчонок, чувак. Но у нас есть время подумать. Вообще, у нас с Джейм есть идея. Мы откроем клининговую фирму. Других заставим работать на нас. Ага. Мы нанимаем. Видишь, о чем я говорил? Вот так и происходит, когда тебе не приходится спрашивать ни у кого, кроме Бога. Мой дед меня этому научил. Только он забыл вставить часть, где ты должен спрашивать у жены. Ну так что, ты готов? Мне кажется, твоя жизнь скоро изменится к лучшему. Я не знаю. Думаю, я готов больше, чем когда-либо. О, все с тобой будет хорошо, брат. Ты потрясающий человек. Правда. Спасибо. Мы с Джейм подкопили деньжат, чтобы открыть бизнес и поднять бабла. Все законно. Приберегите для меня. Можешь работать на нас. Никогда в жизни. Как ты? Хорошо. Хотя очень скучаю по Дигги. Странно, что я не могу видеть его каждый день.
Да, мне жаль, Джейлен. Как дела с отцом? Мы с батей. Все хорошо. Да? Супер. Так ты придешь на его выпускной? Он сегодня. Да, я собирался. Что не так? Последний сеанс может быть ненормальным. Многие старые чувства могут вернуться. И я хочу, чтобы ты смог справиться с этим. Привет. 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 Привет, Аарон. Отец? Привет, сынок. Привет, Джейлен. Как дела? Хорошо, мистер Монти. Рад слышать, сынок. Очень рад. Ну что, готовы к собранию? Хорошо. И это... Слушайте, сначала я хотел сказать, что рад встретиться со всеми вами. Это первый раз, когда все участники вернулись к своим детям. Вау. Обычно так не бывает. И ты многое для этого сделал. Аарон так вырос, и как личность, и как отец. Он правда хочет, чтобы все получилось. И я имею в виду вас троих. Джейлен, начнем с тебя. Есть что сказать твоему старику? Говорят, не важно, как начинаешь, важно, как заканчиваешь, верно? Я просто хочу, чтобы папа знал, что я горжусь им. Воу-воу, не мне говори, а ему. Я хочу, чтобы ты знал, что я горжусь тобой, папа. И я счастлив, что ты вернулся в мою жизнь. Я люблю тебя. Я тоже тебя люблю. Все хорошо? Замечательно. Мы Гуччи. Шала, что бы ты хотела от Аарона? Ну... Я простила Аарона у алтаря, но... Я просто хотела сказать... Может, у нас ничего не получится. Я хотела сказать, если есть хотя бы небольшой шанс, что ты исчезнешь из жизни Джейлена как отец, пожалуйста, закончи это сейчас. Я знаю, что тебе было сложно. Тебе пришлось держаться, когда меня закрыли. Но вы мне оба нужны. Я хочу, чтобы все было правильно. Я знаю, что в первый раз не получилось. Но Шала... Я люблю тебя всем сердцем. И я бы очень хотел, чтобы ты снова вышла за меня. Пожалуйста. Да, знаю. Эй, Кельвин, я твой отец. Хочешь помочь? А ты хочешь? Иди отсюда. У тебя проблемы. Уберите мячик. Да что с тобой? Come on, he's
Ну что, оторвемся? Как ты, девочка? Как дела, крошка? Притащили мяч. Притащили мяч домой. Что с вами не так? С ума сошли. Идем. Давайте поедим. Я должен был читать вам проповеди и учить вас, что делать. Вы взрослые люди. Вот что я скажу. Что пора домой, совершать верные поступки. Никто из нас не хочет сидеть здесь. Понимаете? Мы каждый день говорим о том, что надо делать. Сначала я бы хотел сказать, что рад всех нас видеть вместе. Да, верно. Склоните головы. Боже, мы смиренно пришли к Тебе и просим о прощении. И благодарим Тебя за чудесную, чудесную спасибо, еду. Боже. Спасибо, Боже. Во имя Иисуса, аминь. Аминь. Я не стал задерживаться, я хочу есть. You bigger.